Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата посетил Папу в Ватикане. Тон встречи был очень сердечным. Эта встреча состоялась в Риме в честь встречи Папы Франциска с патриархом Кириллом, состоявшейся 4 года назад. Во время этой встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в деле помощи пострадавшим детям в Сирии. После встречи за закрытыми дверями, перед тем как уйти, папа передал послание, предназначавшееся предстоятелю Русской Православной Церкви. Папа и патриарх Московский встретились только один раз. Это случилось 4 года назад, 12 февраля 2016 года, на нейтральной территории в Гаване, Куба. Папа Франциск много работает, чтобы улучшить отношения с Русской Православной Церковью, которая традиционно держится на расстоянии от Церкви Католической. Ситуация сложная, потому что Москва также разорвала отношения с Вселенским Патриархом Константинопольским, который, тем не менее, поддерживает большую дружбу с Папой Римским Франциском. Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, был очень рад возможности встретиться с Папой Франциском. Они встречались 3 года назад в канун Международного дня памяти жертв Холокоста. Подарок папа получил произведение еврейского художника Виктора Пивоварова. Президент возглавляет Всемирный еврейский конгресс, представляющий интересы более 100 еврейских общин по всему миру. На своем веб-сайте они внимательно следят за каждым призывом Папы Франциска к борьбе с антисемитизмом. Еврейский народ – наши братья, и его не следует преследовать. Это понятно?